Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я играю в онлайн-игру, которая называется «Симулятор полетов. Ночной тур». Я нашел эту игру недавно и еще не летал в ней. И вот мне сейчас интересно первый раз попробовать поиграть в нее. И мне интересно, получится ли у меня с первого раза совершить взлет и посадку в этой игре. Так, сейчас мы находимся в кабине пилотов какого-то небольшого легковинтового самолетика. Стоим на взлетно-посадочной полосе, и я так понимаю, мы уже готовы к взлету. Так, давайте сейчас осмотрим этот самолетик с разных сторон. Так, дорогие зрители, если вы знаете, как называется эта модель самолета, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что я не уверен на 100%, как он называется, но мне кажется, что это похоже на Пайпер. Да, скорее всего, это Пайпер. Синека, или как там он называется. В общем, дорогие зрители, я не уверен на 100%. Вы, пожалуйста, напишите в комментариях, если знаете, как называется этот самолет. Ну, а мы снова перемещаемся в кабину пилотов. Так, я немного почитал, какое здесь управление в этой игре. Собственно говоря, здесь все как обычно, да? Основной орган управления самолетом – это штурвал. Значит, тянем штурвал на себя. Отдаем его от себя, пробуем влево-вправо. Это все делается с помощью стрелочек. Я сейчас играю на своем компьютере. Так, здесь у нас дальше все как обычно, да, руды, рычаги управления двигателями, рычаги управления закрылками. Вот. Так, чтобы нам увеличить мощность двигателей, да, для взлета, нам сейчас нужно нажать на цифру 2, на клавишу 2 на компьютере. И тогда у нас двигатели перейдут в максимальные обороты, и мы начнем набирать скорость для взлета. Так. Ну все, я думаю, в принципе, мы готовы, двигатели у нас заведены, все протестировано, да, вот, штурвал работает, педальки у нас работают, посмотрите. Сейчас будем стараться, пока разгоняемся, выдерживать направление по осевой линии. Ну что ж, давайте пробовать. Получается, двигатели на максимальные обороты и удерживаем направление с помощью педалек по осевой линии. Так, пробуем. Дорогие зрители, этот самолет... Я вам хочу сказать, очень резкий. То есть здесь чуть-чуть нажимаешь совсем, а он уже так довольно резко поворачивает. Так, ладно, скорость у нас очень хорошо набирается. Мы разгоняемся, корректируем, да, с помощью педалек направление. Ну, я думаю, у нас уже достаточная скорость для взлета. Давайте отрываться. V1, rotate. Тянем штурвал на себя. И... Да, у нас получилось, мы оторвались от земли, и посмотрите, мы взлетаем, набираем высоту. Так, шасси убрать, gear up, убираем шасси. Так, шасси убраны, все замечательно, мы продолжаем набирать высоту. Так, здесь у нас, как обычно, да, собственно говоря, как во всех самолетах, есть Primary Flight Display, основной пилотажный прибор. Здесь, как всегда, у нас есть авиагоризонт, символ земли, символ неба. Слева от него у нас находится спидометр, и справа от него у нас находится высотомер. Еще механический, представляете? Круглый такой прибор. Так, дальше. Здесь у нас находится, я так понимаю, это плановый навигационный прибор. Он показывает направление. Так, вот мы сейчас должны эту стрелочку держать по центру и как бы летим по курсу, так что ли. Дорогие зрители, поскольку я первый раз играю в эту игру, я не знаю, есть ли здесь другой аэропорт, но мне так кажется, что здесь только один аэропорт, потому что впереди ничего не видно, и похоже, что там уже конец карты. Так. Ладно, ну я предлагаю, чтобы посмотреть, как вообще получится ли у меня посадка, сейчас вернуться в тот же аэропорт, из которого мы взлетели. Давайте попробуем это сделать. Так, поворачиваем. Самолет очень маневренный. Плавненько стараемся, да, штурвалом создавать левый крен. Крен у нас, конечно, запредельный, но что поделать, нам нужно четко повернуть в сторону взлетно-посадочной полосы, чтобы не промазать мимо аэропорта. Вот, дорогие зрители, я вижу впереди аэродром. Садиться мы будем, наверное, на левую полосу. Я сбрасываю скорость и выпускаю шасси, гирдаун. И мы готовимся к посадке на полосу левую. Да, вот мы в глиссаде аэродрома. Замечательно, все, у нас снижаемся. Скорость близится к 90 км в час. Чуть-чуть сейчас прибавим скорость. Делаем кабрирование, то есть штурвал на себя. Перед касанием, чтобы самолет плавнее, мягче коснулся. А, так, замечательно, снижаемся. Все, сбавляем мощность окончательно. И смотрим, что будет сейчас у нас с самолетом. Опа, касание. Ну, жестковато, конечно, но, в принципе, нормально. Мы сели по центру, так, притерлись шинами, покрышками наших шасси. Ну, жестковато, конечно, да, но для первого раза, я думаю, что ничего страшного.
то, что жестковато сели. Самое главное, что все у нас получилось. Самое главное, что самолет у нас жив, мы не разбились. Вот, посмотрите, едем такие по полосе. Вот он, наш самолет. Что ж, дорогие зрители, что могу сказать? Эта игра мне очень понравилась. Нам удалось совершить взлет. Нам удалось совершить безопасную посадку. Я обязательно буду играть в эту игру. Буду здесь тренировать посадку мягкую. Буду совершенствовать, в общем, свою посадку. Ну, а игра мне сама очень понравилась. Посмотрите, она очень красивая. Здесь ночной город, огни. Очень реальная здесь физика, прямо такая реальная. Я чувствую вот по ощущениям, когда штурвалом управляю, похоже, как в других играх самых лучших. И как в настоящем авиасимуляторе Dream Air, в котором я был. Ну, вот так вот. Наверное, на этом все. Спасибо вам за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а пока, всем пока, до новых встреч.